8 октября в Камчатской краевой научной библиотеке имени Степана Петровича Крашенинникова торжественно откроет свои двери университет третьего возраста. Университет третьего возраста – это социальный проект, который активно поддерживается Министерством благополучия и семейной политики Камчатского края. Университет активно развивается с 2012 года. На данный момент он насчитывает 9 факультетов и 18 курсов. Любой желающий может освоить уроки работы на компьютере, уроки в сети интернет, может обучиться работе на сотовом телефоне, может посещать уроки финансовой грамотности или, например, юридической, может выучить английский язык, если у него до этого не было времени, освоить технику рисунка, технику декоративно-прикладного творчества, например, лоскутное шитье или вышивка лентой, или вязание спицами и крючком. На любой вкус и предпочтение у нас найдутся занятия для вас. Также в нашем университете работают клубы по интересам. Например, для любителей фотографии работает клуб «Объектив». Для любителей рукоделия существует клуб «Рукодельницы». А те, кто хочет заняться волонтерской деятельностью, приходите, пожалуйста, в клуб «Благодарим». Это клуб серебряных добровольцев. Напоминаю всем, кто хочет стать студентом университета третьего возраста, достаточно прийти к нам в библиотеку, заполнить заявление, ознакомиться с расписанием и посещать наши курсы. Добро пожаловать!